Ну что, ребятки, проверяем камеру. Видим сразу, что она уж очень дешевая. Очень слабосильная по светосиле. Но, а вдруг она при хорошем свете будет нормально работать? Выходим на улицу, Питер. Ой, сразу на башку получил сток снега. Ну, в общем, да, на солнышке ловит намного лучше фокус. Если что, видео записывается в 1080 на ходу, без всяких стабилизаторов. Планшет не держит ни один мой ручной стабилизатор. И на улице у нас пасмурно, снежно, но день. Солнышко не завезли, но светло. Но фокус, в принципе, на свету работает. При плохом освещении фокус даже не наводился на большом расстоянии. Я думал, что с фокусом тут полная жопа. Нет, ничего так. Фокус, в принципе, работает. Сейчас попробуем ближний-дальний попереводить. Ну, в общем, даже неплохо, не учитывая замыленность, замедленность. А в остальном сойдет. Фронтальная камера. Black Reactive 6 тоже, так же, как и на основной показывал. И вот так он все у нас показывает. Ухожу из кадра. Фокусировка, ну, на глазок где-то на метре. И все, что в кадр попадает, в принципе, видно. Вот на таком расстоянии уже лучше. Сейчас проверим. Это у нас метр с небольшим и столб. Ощущение, как будто даже фокус есть. Нет? Нет, просто хорошо наводится. Ну, как вы видите, тоже на фронтальной камере все хорошо становится тогда, когда света в кадре становится много. Когда света мало, снимает погано. Когда света много, уже так ничего, сойдет. Ну, фокусное расстояние вы видите в районе метра, как и должно быть для фронтальной камеры. Перехожу к фото примерам. Небольшая проверка на ходу. Есть подозрение, что будет хорошо вблизи. Надеюсь, тест завершен. Ну а при просмотре фотографий замечу. При хорошем освещении снимает хорошо. При плохом освещении снимает, естественно, плохо, поскольку это, во-первых, планшет, во-вторых, как бы камеры здесь недорогие. Если снимаем видео, все то же самое. При хорошем освещении фокус ловится хорошо, при плохом освещении, ну, как будто бы не знает, где ловиться. Пример вы скоро увидите. И фронтальная камера у нас тоже с косячками, то есть то же самое, один в один. Для плохого освещения нормальной фотографии она вам не даст, точнее при плохом освещении. Ну а дальше примеры фото на ходу, естественно размытые, ну и фотки, при которых как раз аппарат не смог настроиться. Это я снимал вечером, полностью фокус он не поймал, он не понял в темноте, где ему точно ловить фокус. Так, примерно, что за забор надо зашагнуть, он подвинул, но на церкви он его не сфокусировал. Зато смотрите, какой орел прикольный вокруг фонарей светящихся. Это у нас уже пошла природа, и тут уже светло. Хоть это у нас и не солнечный день, но это все-таки день, поэтому здесь уже светло, и фокус, в принципе, ловится. На фронталке вроде как фокуса нет, но довольно-таки прикольно снимает с определенных расстояний. Ну а далее всем спасибо. Всем пока. Это примеры фото и видео с аппарата Blackview Active 6. Всем удачи.